82 человека во флоте. Хорошо, идем вообще, нормально так. Главное, красиво. Гаечку, все собираемся на гайку, ждем всех. Флот заходим. Флот разгон на следующий. Фаурент. Фаурент, гайка чистая. Не, четко идем, когда все в разгоне, вообще классно. Фаурентом, гайка чистая. Эмоциями успеем еще поделиться. Слушайте команды. Говорят цептора только. И если что-то важное хотите сказать, говорите сначала чек-чек-чек. Когда все молчат, вы говорите. Флот, заходим в систему. Вика, Литвар. Рейнсер, не проходим. Собираемся на гайке, не проходим. Значит, будем заходить. Если противник будет, лочим все подряд и убиваем. Заходим. Если противник около гайки, раскладываемся, лочим и стреляем. Нас ждут. Они не на гайке. Тысячи километров от гайки. На Райтару. Флот, заходим в Миротен. Линканите Райтару в бродкаст. В бродкасте ставим разгон. Так, разгон, разгон, разгон. Флит варп. По приварпу, короче, лочим. Лочим Райтару. Начинаем стрелять. Найтмары не трогаем. Как только они сами первый загрятся, тогда начнем. Они все равно там на этом стоят. Логисты, капоцепь поднимать. Анкор, пересвет. Всему флоту анкор, пересвет. Выбрать пересвет и крутить вокруг него орбиту. Лочим цитадель, лупим. Выпускайте дронов. Дрончики выпускайте, начинаем их карать. Блокировку желтую, либо красную. Не забудьте активировать резисту. Смотрите, там сейчас будет оператор стрелять сидеть. Поэтому все наготове, логисты наготове. Кто кнопки есть, смотрите, в истории есть кнопка. Сообщить флоту, требуется ремонт брони. Либо щита. Каракалы ставят щита, а мы ставим мегатроны брони. Просите помощь, и сразу будет. Логисты у вас будут лечить, потому что Райтара тут, возможно, сейчас стрелять начнет. Цептора, ну-ка, посмотрите, пожалуйста. А то, что там еще? Телан систему. Соседние системы, в общем, по карте прочекайте, посмотрите, там флоты на нас не собирают. В один-два прыжка пройдите, посмотрите. Ребят, на анкор, пожалуйста, соберитесь, анкор пересвет. Че вы там где-то вверху все? Смотрите, у вас пересвет, вот в чате вам даже скинули, да, пересвет. Он у вас должен быть в списке наблюдения. Лёха, вот вы, немец, поставьте выберите его, выберите его и, короче, приблизиться или там вот что-нибудь нажмите, чтобы держаться около него постоянно. Все каракалы, собрали дроны, прыгаем на гайку Рейнсер. Будете кемпить гайку еще. Дронов как только собрали, прыгаем на гайку Рейнсер в ноль. Орбиту 5 километров вокруг нее и стоим, ловим противника, если придет. Каракалы. Берем орбиту 5000 метров вокруг гайки. Рейсер. Да каракалы мы сейчас отправим на следующую цитадель. Сэм, выставляйся на цепторе на следующую цитадель, которую луны занимают. Варпай на нее километров 30. Сделай там боку корпоративную. Напиши луна 1. У кого так, мегатроны, резисты отключаем, у кого капа проседает. Сэм, как только станешь на цитадель 30 километров, скажи, точку во флот поставь, каракалы прыгнут на тебя, начнут ее загонять. Нейтрал на Тенгу. Мегатроны, по поводу нехватки капы, это ваши проблемы, у вас есть батарейки, логисты вам наливать не будут. Включайте все, оставляйте только пушки, у вас должно хватать на несколько минут. На 12 минут. Пушками стреляйте, чтобы не расходовать капы, не всеми пушками, у вас все равно отражает. Вы поймите, если начнется настоящий бой, у логистов закончится капа, вы сдохнете все. Не успеем вас откачать. Вопрос, можно логистам держаться на расстоянии от пересвета, или лучше рядом? Держаться на расстоянии. Держаться на расстоянии 2500. Каракалы, как у вас дела? Весело, замечательно. Наблюдаю, смотрю так. От каракалов смотреть в сторону цитадели этой... Вообще прикольная картинка. Фиолетовый публик. Шишка такая фиолетовая. Сэм, где ты говорил, у тебя это нашел ты эти лунные цитадели? Сэм, прием. Я во флот.
загнали Райтару, оборонный режим один день. Дронов собрали, разгон на Рейнс. Дронов собрали, разгон на... Роман, что ты говорил? Ой, Сэм, что ты говорил про Рейнс? У нас сколько интеров? 4. Нам интер в Рейнсере. И интер с другой стороны. Двое не забрали дронов. Следующая цитадель где? Лунная, ну, ближайшая. Все системы, в них каждый есть как цитадель. Ну, то есть нам куда сейчас? В Рейнсере, Карпа, в ней 76 человек. У них там большинство их не цифр. Но потом. Идем туда, ну, я сейчас не могу. Сейчас вам Локи пройдет. Тем Локи пройдет. В Рейнсере увеличилось количество людей. Мы сюда хватит цитадель. Остальное у нас вторично. Каракал, вот, втапливайтесь в гайку. Заходим в Рейн. Флот, заходим в Рейн. Сэм, из цитадели тут у Рейнса где? Лунные есть. Орбиту пока сделайте. Километров 5. Просто раскручивайся, орбиту 5 поставьте и стоим. Кто-то появляется, стреляем. Сэм, прием. В Рейнсе нужна лунная цитадель. Найди. Разгон по бродкасту. Ее в овервью не видно, по бродкасту разгоняйте. Сейчас, Сэм, сейчас мы на нее приварпаем. Выставись на вторую, будем две подряд. Таракалы будут вторую сейчас пилить. Флитварп на цитадель. Ага. Она это какая, Астрахус или что это? Значит, пока дронов не выпускаем. Лочим цитадель, начинаем стрелять. Пересвет, Анкор. Включили МВД. Пересвет, Анкор, включили МВД. Лочим цитадель, начинаем стрелять. Сэм, еще найди цитадель какую-нибудь. Значит, смотрите, бродкаст. Каракал, все каракалы, разгон по бродкасту. Вот последний бродкаст, Сэм. Разгон на него. Дронов, мегатроны, если пускайте дронов, начинаем стрелять по цитадель. Каракалы, варпайте сами ручками на цитадель. Я варпанул. Сэм, значит, давай, ты анкор, значит, на Сэма анкор, Сэм орбиту 30, лочьте каракал, ой, лочьте циту и стрелять. На Сэма анкор падает. Каракал, лочи матанор. Мегатроны. Да, стрелять, выпускаем дронов. Мегатроны все дронов выпустили? В атаку. Точно. Пересвет, анкор, мегатроны. Вы чё, растянулись, как колба? Держать расстояние. По пересвету клацайте, держать расстояние. 2.5 километра. Включили МВД, потопили ближе в один шарик. Да ты выйди с флота. Анкор, Алекс Ковш. Пересвету подтянулись все. Маленькое замечание от логиста. Все, кто отойдут от пересвета, готовьтесь умереть. Каракалы, анкор, Алекс Ковш. Точканулся во флот. Комбаты висят в локаль. Систер, комбат, сканер проб. Вот еще один появился. Кто это? Хозяин. Сейчас будет оператор стрелять. Логисты, готовьтесь. КПЦ подняли. Резисты включаем, как только увидите по вам урон. Сразу резисты включаем. И клацаем кнопку, чтобы вас качали. Накопитель энергии не жми. Вас качать не будут. Каракал, напоминаю, анкор, Алекс Кош. Хозяин, это дело так. Каракал, крутим орбиту на Алекс Кош. Так, циночка. Разгон на цин. Дроны собрали. Дроны собрали, разгон на цин. Каракалы то же самое. Циту надо завалить, но цинку надо привалить. Каракалы, прыгайте. На 30 километров на цинку. Прыгайте, лочьте, кто ее там делает, убивает. Каракалы, вы прыгнули? Да. Да, вар. Ловите там, кто будет убивать. На трон вернитесь на анкор пересвет. Дроны уже оставьте. Вносится, ебашь. Держу. Дред. Дред? Прыгаем всем на цель. Да, дред. Здесь ты включаем. Ловим дреда. Лочим и убиваем. Главное, держите, чтобы не оторпал. Первый огонь не открывает. Слышишь? А сейчас можно? Лочится дред. Огонь. Он тут лочится, он дохнется, ребят. Вы чё? Да похер дать ему лося. Давайте, лупите в него весь урон. Остальные что, в лог берутся, не все берутся? Все, пожалуйста, залочите его и на счет 3. Можно выстрелить. Не одному выстрелить, а всем выстрелить. Вам трудно? Да, он попнулся уже.
Давайте дальше обратно на цитаделечки возвращаемся. Все, каракалы варпают уже. Литвар. Каракалы, вы идите обратно. Сэм, прыгни на ту цитадель, где мегатроны пилили, мы сейчас на тебя прыгнем. А вон какой-то цитадель пилит. Где, где? А вот прям вот. Вот возле станки было. Разгон на цитадель, вон тут. Разгон на циту. Дайте разгон. А, мистер Зиклинг, разгон на цитадель. По приварпу будем лучить и убивать там все, что движется. Разгон туда. Каракалы, продолжайте пилить, пока тут цитадель, загоните ее. Че без команды, прыгайте. Литвар, цептора прошли. Цептора, прыгайте и ловите тех, кто там пилит. Ну, вернемся на цитадель Юзеф. Каракалы Анкорд, Алекс Кош. Половина людей из каракалов улетела только, чтобы в циту вписаться. Давайте все быстро впишемся и убьем без проблем. Прыгайте. Вексер вытапливает, пытаясь его догнать. Ладно, каракалы, скупаем дронов. Так, давайте лучше мелких дрыщей пробуем, если получится завалим. Нет, цитадель лупит. Ребят, и не на поинте, ебашьте. Лочим, лочим мелких, лочим мелких стреляем. Скупаем, скупаем, скупаем. А Зелен, это ты? Стреляй, стреляем в петушка. Каракалы МВД включили, натопили на него. Помогите цепторам его поймать. Мегатроны лочим цитадель и стреляем по цитадель. Че, лапис, ты куда разобрались? А куда идти, систему никто не даст? За безобразие, флот. Каракалы МВД включили и топим за этим. И неё. Переварпайте, если что, на Андрюху. На Андрюху переварп сделать, если больше 150 километров. Там 200. Переварпом мы лочим и стреляем. Каракальчики. Он ушел? Нет, он меня бьет, давайте быстрее. Он сейчас меня спилит. Натва, ты уезжай, уезжай, чтобы он тебя не спилил. Уезжай в сторону. Штаны ловите его, перехватывайте. Лочим все, и стреляем. Все, поинт положил. Протеус. Цину зажег. Протеус, протеус, пожалуйста. Прыгаем, мегатроны, прыгаем. Протеус убивай. Опа, опа, опа. Быстрее, опа, быстрее, опа. Быстрее. Проброс, проброс. А протеус все. Протеус лочим, стреляем. Пересветом. Протеус лочим, убиваем протеус. Быстрее будет. Лочим протеус. Дрона выпускаем. Флот, флот. Каракалы, вернитесь к флоту. Кого стреляют, бродкасты, давайте. Мегатрон, протеус, огонь. Давай, праймари следующий, Сэм, давай, праймари. Смените на гварда, пожалуйста, проверяйте. Лечим. Бродкаст. Бродкасты, стреляем по бродкасту. Следующий бродкаст ББ. Заджамили. ББшку убьем, нет? Давай, бродкаст, давай, ББ. ББшку, ребят. Блэкбёрд лочим, стреляем по нему. Следующий бродкаст гвардии. По браткасту, браткаст, давайте, браткаст. Сэм, давай, браткаст, команда. Убивайте, топите на него, пожалуйста, ребят, то не достанет. Ребят, протеусу не надо бить, убивайте гварда. Да ставьте метки, они не понимают, не видят. Я вообще кого бить-то, блядь? Ну, кучу лад. Браткасты открыли. Сэм, давай, браткаст, давай. Так я первого попався, вижу метку, все. Вот цель, видите в истории? Да. А тут на овервью, по-моему, она что-то другого, пожалуйста. Да лучше, понятно, но у тебя в истории лучше. Флота удобнее. Как вижу, да, цель такой-то, лимон. Такой-то. Повторил бродкаст, таргет. Давайте стреляем, тогда по залпу раз не можем. Просто залочить и все. ГП включились, на Сэма стапливаемся. Че стоим около легионов? Давайте, на Сэма, точечку. На Сэма, Сэм Анкор. МВД включили, быстрее, ребят, поехали к гвардам. Топим от них, че вы там стоите? Ребят, быстрее. У нас другой ходишь уже. Видите в истории у вас цель,
название корабля. Выбрали, блядь, там захват цели и, блядь, к нему огонь. Штаб флота, закладка история. Ребят, МВД, включите, на Сэма стапливайтесь. Чего вы стоите около легиона? Скрипки лежат. Логично. То одна цель, то другая, блядь. Потому что мы не продавливаем. Давайте так, один братка сдай. И не все по команде на раз, два, три стрельнут в нее, понятно? На Сэма пока стопились, а все. На Сэма держаться на расстоянии 2500. МВД включили, пока не подъехали. Лочим один бродкаст. Сэм, давай бродкаст один. Лочим, лочим этого. По бродкасту. На раз, два, три будем стрелять. Готовность. Я считаю. Раз, два, три, огонь. Минус один. Мы не можем даже гварда подавить. На солнце разгоняйтесь. Разгон на солнце. Ручками отварпывайте на солнце. Отварп на солнце. Его, пожалуйста, на солнце. Нам не столько скрипков. Не, ну понятное дело, там еще кого-то перехватят, убьют. Фига у них. Ну вот, ну, короче, мы посмотрели. Разгон, пожалуйста. Местных жителей мы посмотрели. Сколько они собрали флот? Чек 40, 50? Меньше. Разгон, пожалуйста, приведите. Так, все, меня кладут. Я такая... Куда, ребят, разгон? Кто жив? Разгон, пожалуйста, по гейту. Кого убивают, можете умереть. Брокаст. Сцен, выводи флот. Выводи в хай сектор флот. Прощайте, мужики. Да ничего. Увидимся, ебать. Сцен, выводи флот. На клиера разгон. Все на разгон, на клиера, прыгаем на клиера. Уходим. Все, уходим, уходим в систему клиера, уходим в инпу. Сколько у них было гвардианов? Штук 10, больше? 8, по-моему. У них с капиталами очень хорошо, у них есть как и титаны, и все. Ну, мы тоже не пальцем деланы. Я знаю, я просто говорю. Нам бэки, яйца, нам бэки, и уходим в житую. Все, вылет окончен. Было весело. Ну, будет веселее, наверное. Мы ж полетим что-то как-то еще. Ты ж полетим. Тут разведка боем показала то, что чуваки собираются нормально тут. Можно для относительных новичков? Это капитальные корабли, да, были? Нет, это третьи были с логистами. Они тут сколько лет воюют. И мы вылет сделали, совместный вылет. Второй. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».